там эти вот положили, как, ну, как типа шпалы. Ну, сам дом из шпалы сделали, понимаете? А теперь... И там мы жили, разделили на три квартиры. Так во дворе все время стол стоял. Настоящий. Там все время играли. Там было все как будто родные. Да, вот. Если кому-то плохо, мне детей подбрасывают. Я сижу за сумком. Я один наш кровать. Тебя тоже. У нас тоже двор вот маленький колодец, но мы все дружили, все дружили. Независимо там, там были, конечно, и обеспеченные очень, но мы все равно дружили. У нас не было обеспечения. Нет, нет. Соседние дома, вот дома были шикарные. У нас дом самый закрытый. У нас там на Майорово это ничего особенного. А мы в Лахте были. Вот. И у меня, но единственное, вот от Фонтанки до Садовой, ну, меня улица боялась. Там говорили, с этой девочкой, эта девочка хуже мальчика. Но я дружила с пацанами, действительно. Меня пацаны защищали, не дай бог это самое. Вот. Ну и даже ребята, вот улица, у меня же крикнуха была Сима, даже не знаю, что у меня Света там. Симка придет. У нас в параде на первом этаже Галя была такая. Она считала себя пацаном. Она дружила только с пацанами. А потом удивлялась, почему она замужем не попала. Совсем не попала. Ну, а я-то тут при чем? Нет, я просто не плакса была такая.